Мой отец, Агеев Николай Николаевич, не участвовал в боевых действиях во время Великой Отечественной войны 41-45 годов. Когда началась война, ему было 16 с небольшим лет. Он тогда жил в городе Серов на Северном Урале, городе металлургов и машиностроителей. В первый же месяц войны он пошел на завод и устроился учеником токаря. Сначала, как все ученики, подставлял под ноги ящик, чтобы было удобнее доставать до станка. Потом освоился и стал токарем-профессионалом. Его незаменимый труд не позволял простаивать из-за отсутствия запасных деталей ни мартеновским печам, ни прокатным станам. Он, как никто, понимал, что минута простоя печи – это десятки тонн невыплавленной броневой стали, а простой прокатного стана – это не отправленные на фронт сотни стволов и тысячи снарядов. И даже в славный праздник Победы он встретил на рабочем месте, ведь война продолжалась, теперь уже с Японией. Свой последний парад на День Победы, в знаменательный 70-летний юбилей, мой отец прошел в Суздале в составе колонны ветеранов, возложил цветы к вечному огню. Через год с небольшим его не стало. Я делюсь с вами историей жизни моего отца, чтобы показать, что победа состоялась потому, что у большинства людей той великой страны было огромное чувство долга и ответственности перед страной и всем народом.